Всем привет, с вами Мэр Брокман. И у нас очередные ништяки с Алиэкспресс. Сегодня мы готовимся в школу. И у нас есть некоторые товары с Алиэкспресс, которые нам помогут идти в школу. Итак, начнем. Так, вот такой пакетик. Как видите, здесь очень большая посылка есть. Она на стол здесь даже не влезает. Поэтому в кадр уж тем более. Ну так, достаем вот эту посылочку. Открываем. Видите, здесь очень много такого поролона. Открываем. И здесь вот такой переходник. Я его уже очень долго жду. Ну где-то месяц. У меня уже спор с продавцом. Это получается 9 гривен, где-то 15 рублей. И ради 15 рублей я открыл спор с продавцом. Ну, я думал, что он уже не придет. У продавца был сомнительный рейтинг. Ну и поэтому вот такой прикольный переходник. С телефона флешку и другие. Вот, допустим, у меня есть вот такая. Вы видели с предыдущего ролика такой фонарик. Сюда вставляем телефон и классный USB мощный фонарик. Переходник. А теперь идем дальше. Следующая посылка в нас вот в таком пакетике. И здесь вот такой удлинитель. Вот такой удлинитель. Я его взял для того, чтобы, допустим, не нужна подсветка возле компьютера. И я туда буду засовывать вот этот LED-фонарик, светодиодный фонарик, а также следующий товар, который я заказал с AliExpress. Итак, вот такой переходник и следующий товар. Да, вот этот товар. Специально вот для этого товара я заказал вот тут тот переходник. Лето. Ну, уже не лето, уже осень. Наверное, когда это видео выйдет, точно будет осень. А это у нас вот такой вентилятор. Лето, жара, вы хотите поиграть за компьютером, а компьютер, компьютер, системный блок нагревается, и вам стоит жарко. И здесь на помощь приходит вот такая штучка, которая спасает вас. Давно хотел эту штучку, но никак не мог заказать. Вот такая крутотень. Так, идем дальше. Кстати, я же говорил, что еще вот такая штучка поможет вам брать этот вентилятор. Этот переходник поможет вам с этим вентилятором справиться с жарой. Даже если вы не возле компьютера, а возле... Если у вас телефон... И вы где-нибудь сидите в очереди. Взяли, засунули в телефон. И все, вы спасены. Поэтому хотел купить вот эти две штучки обязательно. Так. А на следующий товар. И... Нет, это уже было. Коробочка просто. Пакетик.
И это вот такой чехол. Не мне, конечно же. Мне мама попросила ей заказать. Вот такой классный чехол. Так, а у нас... О, самая вкуснотища! Самая большая посылка. Ну, видите, вы не видите, да? Вот так видно, а так не видно, ладно. Так, вот такая посылка. Так, вот такое посылище. Итак, как вы знаете, я очень большой фанат Флэша. Я очень люблю этого персонажа, не знаю. Итак, это рюкзак Флэш. Эта штучка, эти, здесь видно или не видно? Да, видно. Вот сейчас для вас покажу. Так, видите, здесь The Flash. Так, сейчас я сниму этот пакет. О, так, я это вырежу, да? Хорошо. Здесь молния. Это супер рюкзак! Супер! Его уже 2 года или 3 мечтал про, о нем или как-то сказать. Эта штука светится в темноте. Вы не увидите, но я вас заверяю, она светится. Я проверял. Но мне нужно было проверить товар. Так, эта штука светится в темноте, вот это и вот это. Так что, ну, рюкзак вообще хороший. Я не знаю, такой... Как бы ткань такая твердая, хорошая. Прям, знаете, есть такая тонкая. Ну, прям... Ну, где-то вот такая ткань. Не такая, типа такого. Но это грубее, тверже, она лучше. Так, здесь... Вот такой карманчик. Можно сюда что-нибудь положили. Нет, наверное. Так. Здесь, с этой и с другой стороны, такие кармашки для бутылки или для еще чего-нибудь. Так. В середине сейчас покажу. Ну, просто супер рюкзак. Супер. Советую заказать. Знаю, что меня смотрят мои друзья. Они не знают. Ну, если они сейчас это смотрят, значит, они узнали, что у меня есть рюкзак Флэш. А, и они очень, кстати, знают, что я люблю этого персонажа. Так, ладно. Смотрим. Здесь вот такое отделение еще есть. Ну-ка. Вот такое в середине получается. Плюс одно отделение... Ничего особенного. А, забыл. Вот это поворот. Ну ладно. Эта клавиатура упала. Я просто здесь... У меня экран большой на компьютере, и я на экран поставил клавиатуру. Чтобы здесь, ну, не мешало. Я просто такие большие товары еще здесь не показывал. Так, здесь карманчик есть. Вот. Видно. Видно. Кстати, эти ручки вы должны сами их себе отрегулировать, поэтому, ну, вот так. Итак, что у нас сегодня было на обзоре? Вот этот прекрасный рюкзак, просто супер рюкзак. Дальше, чехол. Кстати, это из мультфильма, если вы не знаете, Лило и Стич. Классный мультфильм, я его смотрел. Сериал, мультфильм, так дальше. Такой вентилятор. Удлинитель. И переходник. Итак, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Мэр Брокмен. Всем спасибо. Всем пока.
И не забудьте подписаться на канал.